Здравствуйте! В эфире еженедельное информационное обозрение «Седмица» в студии Марина Селенкова. В нашей программе «Новые вести православного мира за последнюю неделю». Великая святыня. Из Чернобыльского храма в столицу доставили икону святителя Николая Чудотворца. Рождество для всех. В Одессе православная молодежь устроила благотворительную акцию, чтобы купить подарки для сирот и воспитанников детских приютов. Великий семейный святой. 25 декабря православная церковь чтит память святителя Спиридона Тримифунского. Книги-консервы, всплывающие книги, скрабуки и фанзины. Центральная городская библиотека Севастополя представила кабинет диковинных изданий. Искупление. В Тбилиси возведут храм на пожертвования женщин, раскаявшихся в грехе аборта. Необычный сувенир. Как получить рождественскую открытку из Антарктики? 19 декабря православная церковь чтит день святителя Николая Чудотворца. Он считается покровителем путешественников и мореплавателей и является одним из самых почитаемых святых в православном мире. Его мы называем правилом веры и образом кротости. Его икона изначально была в каждом доме. В трапезном храме Киево-Печерской лавры находится чудотворная икона святителя, постоянное местонахождение святыни – Свято-Ильинский храм в Чернобыле. Подробности истории святыни и ее пребывания в украинской столице далее в нашем сюжете. Икон святителя Николая Чудотворца великое множество, но это почитается особенно. Первые упоминания о чудесах исцеления от святого образа святителя Николая в древнем Чернобыле теряются задолго до 18-го столетия. Из поколения в поколение горожане с особой бережностью хранили свою святыню. В 1920 году икона святителя Николая была подвергнута глумлению. Образ разрубили на три части. Ризу хотели сдать в металлолом. Православные христиане спасли ее. До 1942 года она хранилась в одной благочестивой семье. Во время немецкой оккупации, когда храм был открыт, икону отреставрировали и с почестями вернули в Чернобыльскую церковь. Постепенно она начала преображаться. Потемневшие с годами краски заиграли новыми, более светлыми тонами. Чтобы помолиться чудотворцу Николаю, отовсюду стали прибывать верующие. Часы Чернобыля він ніколи не полишав храм. Во времена Чернобыля он никогда не оставлял храма. Во времена голода, разрухи он всегда у нас был с людьми. И сегодня к нему идут люди за помощью. Все нуждаются. Приезд в зону отчуждения до сих пор сопряжен с трудностями и формальностями. Там действует особый режим. Потому жители многих городов стали просить о возможности прибытия иконы в их города. Я сьогодні вперше приїхала в Печерську лавру. І дуже рада, що я можу приклонитися до чудотворної ікони Святого Миколая. Я впервые приехала в Киево-Печерскую лавру и очень рада, что могу приложиться к чудотворной иконе Святого Николая и почувствовать ее чудотворную силу. Попросила здоровья для моей семьи и мира в нашей стране. Очень хорошо, что мы имеем такую возможность, чтобы чудотворные иконы путешествовали по Украине и чтобы больше людей могли получить исцеление и раскрыться для Бога. Сегодня известно множество чудес и исцелений, произошедших после молитвы у этого образа. В благодарность за помощь икона украшена приношениями от духовенства и мирян. Тамара часто сопровождает икону, когда та путешествует по Украине. Говорит, что стала свидетельницей очень многих чудес. Женщина продала свой дом и деньги спрятала за икону. У нее была дома тоже икона вот такая Николая. Она спрятала, но люди узнали, ну, горы узнали, что вот она продала дом, значит, у нее дома деньги. Знали, что она их никуда не делала. И когда она верующая, ходила в храм, она пошла на вечернюю, приходит домой, в доме все перерыто, все забрано, там все перерыто. Она сразу к иконе, а деньги за иконой остались целы. Семья Дзуледжи приехала из Италии. В этой стране особо почитают святителя Николая, ведь именно там, в городе Бари, вот уже 10 веков находятся мощи святого. Мы были очень рады увидеть эту икону, ведь обычно она находится в Чернобыльском храме, но сейчас пребывает здесь, в Киеве. И это очень хорошо, что есть такая возможность поклониться этой святыне. Мы обращаемся к нему с просьбой, чтобы он сохранил нашу землю, наше государство, наставил нас на тот путь, который приведет к Царствию Небесному, чтобы объединились вокруг него церкви, чтобы у нас был один пастырь и одно стадо. Пастырь Христос,
а мы все овцы, это стадо Христово, которое должно жить в мире согласия и любви. Чудотворная икона святителя Николая пробудет в трапезном храме Киево-Печерской лавры до праздника Рождества Христова. Сергей Плотницкий, Маргарита Пащенко, город Киев. В Одессе, чтобы в самый щедрый и добрый праздник года, в день Святого Николая, воспитанники детских приютов и домов не остались без внимания, православная молодежь Южной столицы провела благотворительную акцию, в ходе которой были собраны средства на закупку подарков для ребят. Одновременно во всех районах города в канун торжества волонтеры одесских православных молодежных клубов устроили вкусные и веселые праздники. Творческие коллективы пели новогодние и рождественские песни, хозяюшки почивали посетителей вкусной, ароматной домашней выпечкой и горячим чаем. В одном из городских парков, где также проходила благотворительная акция, побывала Наталья Марчук. «Поделись своей добротой» – так назвали благотворительную акцию, прошедшую во всех районах Южной столицы, ее устроители – молодые люди из одесских православных молодежных клубов. В канун Дня Святого Николая это название прозвучало и как призыв. Ведь известно, что еще с незапамятных времен на Руси праздник в честь одного из самых любимых и почитаемых святых являлся символом милосердия, доброты, бескорыстия. Православная молодежь Одессы обратилась к горожанам с призывом поделиться своей добротой, чтобы никто из одесских детей-сирот в самый добрый, щедрый праздник года не остался без подарков. Ребята очень активные, вложили много сил, проделано очень много работы, и типография задействована, и кондитерские изделия приобретены, и пекарни тоже помогли, люди жертвовали очень много. Ну, молодежь это все организовывала. В частности, в одном из центральных парков Южной столицы молодые люди из православных молодежных клубов Одесского Свято-Иверского мужского монастыря и храма в честь иконы Божьей Матери Знамения Курской Коренной устроили для одесситов вкусный и веселый праздник. Они подготовили обширную программу. Хорошее настроение, сладости, интерактив. У нас есть елочка, сейчас будет хор, еще планируются какие-то музыкальные мероприятия. Надежные творческие коллективы пели новогодние, рождественские и народные песни. Хозяюшки почивали посетителей вкусной, ароматной домашней выпечкой и горячим чаем. Судя по откликам одесситов, праздник пришелся по душе и взрослым, и детям. Мне понравилось. Мне тоже понравилось. Это очень хорошо. Это прекрасно. Я даже просто не поняла сначала, что это. Думала, просто подают пирожные. А вот сейчас прочитала, конечно, очень молодцы. Моя семья и мои знакомые, мои друзья с большим удовольствием всегда участвуем в этих акциях, потому что мы должны помогать тем, кому труднее, чем нам. А главное, эта благотворительная акция в очередной раз напомнила одесситам, что делиться добротой легко, просто нужно не забывать, особенно в эти зимние праздники, что рядом есть те, кому так необходима помощь и душевное тепло. Бог, Он есть абсолютное милосердие. Если мы хотим достичь Бога, то мы должны свое сердечко сделать милосердным. Тогда мы сможем соединиться с подобным с подобным. Если этого не делать, то тогда оно, присутствие в храме оно будет бесполезным. Вся наша вера она сводится к тому, чтобы видеть нуждающихся и ему помогать. Проявлять милосердие, проявлять к нему любовь. Наталья Марчук, Игорь Петров, информационное бюро программы «Седмица», Одесса. Раскаявшиеся в сделанных некогда абортах грузинские женщины, а также врачи-гинекологи, проводившие такие операции, решили построить храм в честь Святой Троицы. О своем желании инициативная группа покаявшихся женщин рассказала на встрече с католикосом-патриархом Грузии Илией II, который благословил их. Он отметил, что в условиях атеистического режима многие не осознавали, насколько великим грехом являются аборты, и воспринимали это как обычное явление. Но после того, как многие люди стали посещать храм, у матерей, которых тревожит грех аборта, появилось желание в знак раскаяния построить церковь. Церковь будет возведена на территории, прилегающей к Худадовскому лесу в Тбилиси. Стоит отметить, что благодаря усилиям грузинской православной церкви в последние годы количество абортов в Грузии значительно снизилось. В 2015 году в стране появилось на свет 59 тысяч новорожденных. Наш выпуск продолжит обзор публикаций православных сайтов. С ним ознакомит Валерий Гриценко. –
Здравствуйте! На этой неделе православные сайты разместили много интересных публикаций. На некоторые из них мы хотим обратить ваше внимание. С каждым годом Украине все больше навязывают нововведения, связанные с проевропейским курсом государства. Так недавно украинский парламент начал процедуру рассмотрения законопроекта относительно того, что 25 декабря будет выходным днем. Напомню, что 25 декабря христиане западного обряда, католики празднуют Рождество Христово. В околоцерковной среде последние два года активно обсуждаются две темы. О праздновании Рождества Христова 25 декабря со всем так называемым цивилизованным миром и о том, чтобы отмечать Рождество два раза в год по православной и католической традициям. Однако у православных христиан подобные решения вызывают неоднозначную реакцию. Может ли Рождество Христово быть предметом пререканий? Об этом читайте в публикации на сайте Союза православных журналистов. Что отвечать, когда говорят, что религия – это слепая вера без доказательств, диалог с атеистами, православные аргументы? Мы можем чувствовать правоту своей веры, но не всегда можем ее объяснить или доказать человеку неверующему. В особенности тому, у кого наше мировоззрение почему-то вызывает раздражение. Разумные вопросы атеиста могут поставить в тупик даже самого искренне верующего христианина. О том, как и что отвечать на распространенные аргументы атеистов, читайте на сайте «Православная жизнь». Неверующие родственники, воцерковить или оставить в покое? Каждый отвечает за себя, а еще мы отвечаем за то, чтобы из-за нас имя Божие не хулилось у язычников, так говорится в послании апостола Павла. Вопросов об отношениях современных христиан с неверующими людьми, в том числе с неверующими родственниками, по-прежнему много. Ответственны ли христиане за то, чтобы их близкие пришли к Богу? Об этом пишет интернет-дайджест для всех «Душа». Несколько вещей, которые мешают нам жить. Зачем человеку нужно время? Святые отцы говорят, что время нам дано для того, чтобы менять свое представление о жизни, о Боге, о себе. Меняются же только те люди, которые способны увидеть свои неправильные действия и желания, те, кто может признаться себе в этом и искренне раскаяться. Но современный человек ограничен во времени, он все время куда-то спешит, внешние события и постоянная занятость отвлекают его от внутренней работы. Он не успевает следить за своей душой, не успевает меняться. Погоня за убегающим временем усиливается день ото дня. В чем опасность этой гонки? Разобраться в этом поможет статья на сайте «Православная жизнь». Настоящий мужчина – это кто? Ботаник, мачо, диванный валик. С наблюдательностью, долей юмора, мудростью и психологичностью авторы книги «Мужчина и женщина. От я до мы» описывают некоторые типы мужчин, распространенные в кино, литературе и интернете. Для чего? Для того, чтобы попробовать узнать больше. Страницы издания вы найдете на сайте «Православная молодежь Украины». Здоровая зима. Как поддержать иммунитет ребенка? Сколько гулять на улице и как одевать? Большинство взрослых людей не любят зиму, а для детей это просто сказочное время. Это санки, лыжи, коньки, снежные бои и лепка снеговиков. Только почему-то одни дети сполна наслаждаются зимними деньками, а другие получают все самое неприятное, что может быть в холодное время года. Это насморк, кашель, температура и постельный режим. Многие родители задаются вопросом, можно ли как-то защитить ребенка от простуд и сохранить прекрасное настроение на всю зиму. Самые распространенные вопросы и ответы на них разместил клуб родительского мастерства «Воспитай». Читайте и узнавайте больше, а о новых публикациях мы расскажем ровно через неделю. В эфире «Седмица» и выпуск продолжит такие темы. Великий семейный святой. 25 декабря Православная Церковь чтит память святителя Спиридона Тримифунского. Книги-консервы, всплывающие книги, скрабуки и фанзины. Центральная городская библиотека Севастополя представила кабинет диковинных изданий. Необычный сувенир. Как получить рождественскую открытку из Антарктики? Центральная городская библиотека Севастополя представляет кабинет диковинных книг. Экспозиция включает в себя более 50 изданий из частных собраний и фондов Центральной библиотеки имени Льва Толстого. Основой экспозиции стали уникальные авторские книги, отражающие развитие так называемого феномена книги художника. К движению присоединились мастера из разных городов Украины, России и Беларуси, предоставив разнообразие форм и форматов книги в 21 веке. Подробнее расскажет Светлана Карташова. О представленных книгах в этом отдельном кабинете Севастопольской центральной библиотеки Лариса Петровна может рассказывать часами. В книге я нашла такой материал, что нигде такого нет. Поэтому надо читать книги, особенно старинные. Здесь можно попытаться разобрать почерк Лермонтова, всмотреться в его рисунки, которыми он иллюстрировал свою поэму «Вадим», полистать издание, которым более 100 лет. Поражает то, что книга очень хорошо сохранилась.
На все вопросы посетителей готовы ответить в этом кабинете диковинной книги, экспозиция которого включает более 50 книг из фондов библиотеки и частных собраний. Здесь рисованы, видите, вот как они вот, вот так вот наклеены, пергаментной бумагой переложены и рисованы иллюстрации. Мне кажется, что вот видите, как есть цветные, ну, в общем, очень такие качественные и необычные. Сейчас тоже такие иллюстрации уже мы нигде не встретим. Что действительно можно встретить только здесь, это авторские книги. Они в единственном экземпляре. Книжка для сусального золота в руках художника преобразилась. Постепенно появляются и исчезают стихи и рисунки на 120 полупрозрачных листах. Прикосновение рук, оно можно относиться к этому как, ну, пачканию, но это жизнь, в общем-то. Книга приобретает лицо, отпечаток времени. 4 года назад к художнику Владимиру Новикову присоединились единомышленники. И так родился проект «Человек читающий». На выставке разнообразие форм существования книжных изданий, порой самых невероятных. Формат, который форма, да, совершенно не вяжется с книжкой. Мы ее откроем. И здесь книжка выполнена в виде комикса. Это иллюстрации, картинки. Естественно, да, как селедки в бочку набились отдыхающие на пляже, их много, они отдыхают. Когда мы смотрим, это тоже чтение, чтение визуального образа. Ну а с обратной стороны ребята сделали нам авторы замечательные стихи о туристах, об отдыхающих. Книги-консервы, всплывающие книги, скраббуки, фанзины. У фантазии человека творческого нет границ. Скетчбук означает репортажный рисунок. Всего 2 библиотеки в мире их собирают в Севастополе и в Филадельфии. Скетчбуки стали интересны для собрания библиотек именно как современная фиксация каких-то вещей, которые нас окружают, очень простых. Участники проекта – самобытные авторы, разрушающие представления об архитектуре книги, неожиданными решениями, дизайном, форматом чтения. Удивление – одна из первых реакций, заглянувших на выставку. Вдруг останавливаются, и этот процесс затягивает, уходит через 2 часа в полном восторге. То есть вот этот момент, знаете, как возвращение к тому, что привычно. 21 век подарил цифровые и мультимедийные книги. Но шелест страниц печатной книги все так же притягателен человеку читающему. Светлана Карташова, Дмитрий Карташов, информационное бюро программы «Седмица», Крым. Православные святые – это первые помощники для любого верующего человека. 25 декабря Православная Церковь чтит память святителя Спиридона Тримифунского. Это великий чудотворец, который за свою добродетельную жизнь был поставлен из простого земледельца в епископы. Это личность, святость которого была неопровержима еще при его жизни. О том, кто такой святитель Спиридон Чудотворец, какие чудеса связаны с его именем и почему он считается защитником православия, в сюжете Анны Регульской. Этого святого почитают так же, как его современника, святителя Николая Чудотворца. Верующие к нему обращаются за помощью в любых житейских делах. На иконах его можно узнать сразу. Спиридон Тримифунский изображен не в Митре Владыке. На голове у него обычная шапка пастуха. Историй об этом святителе великое множество, даже совершенно невероятных. Святитель Спиридон родился примерно в 270 году на Кипре в селении рядом с городом Тримифунтом. Именно поэтому позже его стали называть Тримифунский чудотворец. Он был пастухом, был щедр, добр и мудр, и поэтому местные жители обращались к нему часто за советом и уважали его за готовность помочь любому человеку. Он был похож на ветхозаветных праведников, на пророка Давида своей кротостью, Иакова – добротой, Авраама – любовью к странникам. У святого Спиридона не было никаких богатств, но все равно он старался давать приют и еду нуждающимся. Необычная доброжелательность и его душевная теплота притягивали к нему самых разных людей. После кончины епископа Тримифунта Спиридон был единодушно избран жителями первым священником этого города. Но и находясь в таком высоком сане, он все время показывал образец смирения, трудился, добывая себе пропитание. Смирение святитель проявил и тогда, когда его постигла беда. Он потерял любимых жену и сына. Трагедия изменила его жизнь. Он не роптал на Бога, не вопрошал, за что ему такое горе. Он умолк, стал замкнутым, мало общался с друзьями.
В своем вдовстве увидел он некий Божий знак и понял, что ему надо изменить свою жизнь. Не прошло и года, как он простил всем долги, продал свои земли, недвижимость, а деньги отдал бедным. Когда он отдал все, что было у него, он взял дорожный посох и отправился путешествовать. С этого времени у святителя Спиридона началась совсем другая жизнь. За многие его добродетели Господь наделил Спиридона даром прозорливости и исцеления людей. Святитель Спиридон исцелял людей от слепоты, неходячие начинали ходить, даже бывали случаи, когда он воскрешал умерших. По его молитвам засухи сменялись дождем, а непрерывные дожди – солнечной погодой. Рассказам о чудесах, которые совершал Спиридон Тримифунский, нет конца. Четвертый век нашей эры по праву можно считать золотым веком христианства. В 325 году состоялся Первый Вселенский собор, на котором был оглашен символ веры, кратко излагающий основные догматы православного вероучения. Этот век подарил нам множество богословов и святителей. Среди них Николай Чудотворец, родоначальник монашества Антоний Великий, святой Афанасий Великий. Священнослужители все годы были далеки от искушения властью и деньгами, ведь не прошло еще и двух веков, как приверженцев Христовой веры убивали за их убеждения. Но четвертый век, век жизни святителя, был и тем временем, когда ложные учения, ереси стали тревожить умы верующих людей. Эпоха требовала богословского подвига и защиты апостольской веры на точенном языке философских понятий. Особенно ярко Спиридон Тримифунский продемонстрировал свою мудрость на Первом Вселенском соборе. Он просто и кратко доказал всем, что Господь триедин. Он взял в руки кирпич, вниз полилась вода, а вверх вышел огонь, в рожатой ладони осталась глина. Вот так, как из трех компонентов, сказал он, состоит строительный материал, так и Господь являет собой триединство Отца, Сына и Святого Духа. После собора в Никее слава Спиридона Тримифунского распространилась на весь православный мир. Его стали особо уважать и почитать, но смиренный пастырь вернулся к себе на Кипр для того, чтобы далее скромно исполнять свои обязанности. Его земная жизнь окончилась примерно в возрасте 80 лет, во время молитвы. Мощи его покоятся на острове Корфу, в храме, который освящен в его честь. Они полностью нетленны и имеют температуру человеческого тела. А еще известно, что башмаки на его святых мощах изнашиваются. Их меняют дважды в год, так как святитель и после смерти ходит по земле, помогая людям. Анна Регульская, Марина Полякова, информационное бюро программы «Седмица», Днепр. Антарктика – одно из самых загадочных мест на Земле, где человек является не слишком частым гостем. Однако в этом году многие дети смогут получить личную рождественскую открытку прямиком с ледяной южной окраины планеты. Такая счастливая возможность представилась благодаря ученым из Фламандского свободного университета в Брюсселе. Детишкам предлагается написать письмо со своими пожеланиями аспирантке, которая вскоре отправится на исследовательскую работу на Южный полюс и будет там находиться в период рождественских каникул. Она персонально ответит каждому ребенку, который напишет ей до наступления 2017 года. Также девушка обещает вместе с открыткой прислать редкую марку почтового отделения Антарктики. Цель такой необычной инициативы – пробудить в подрастающем поколении интерес к южной полярной области земного шара и той важной работе, которую там проделывают ученые. Хотя открытка, возможно, не придет до визита Санта-Клауса, но обязательно станет прекрасным праздничным сувениром из одного из самых безлюдных и красивых мест на планете. Это была последняя новость сегодняшнего выпуска. Радуйте своих близких оригинальными подарками не только в праздники, получайте только хорошие вести. До встречи ровно через неделю. До свидания.